Совершенно разные истории, объединенные общей темой. Артисты театра кукол готовят постановку для маленьких зрителей. Спектакль «Белые сказки» включает три сюжета: Рождество, 12 пассажиров Ганса Христиана Андерсена и мороженые песни Степана Писахова. Все они удивительно поэтичны и мудры, а языковое богатство представлено в них во всем своем великолепии. Вот такие три совершенно непохожих истории, поэтому спектакль делится явно на три части, но каждая часть несет свою нагрузку эмоциональную, естественно, и каждая часть, я думаю, будет интересна зрителям. Какая у нас цель? Мы будем им рассказывать и просвещать, мы будем создавать праздничное настроение или чему-то учить, как любая сказка? Я думаю, что в первой сказке мы их просвещаем, а дальше мы их, наверное, немножко развлекаем и делаем праздничное настроение. Эти сказки рассчитаны на детей 5-6 лет. Ребята узнают историю Рождества, проникнутся лиричной атмосферой праздника и вынесут из спектакля мораль. После просмотра детей ждет встреча с Дедом Морозом и сказочными персонажами на елке в фойе театра. От деток, ну, естественно, ты заряжаешься. И когда ты видишь их глазки, когда они впервые встречаются с праздником, с чудом, с Дедушкой Морозом, ты понимаешь, для чего все это. И тогда, да, тогда ты счастлив вдвойне, потому что ты делаешь благое дело. У артистов театра кукол начинается самая горячая пора. Постановки идут на сцене по 4 раза в день вплоть до 31 декабря. Потом день перерыва, и со 2 по 8 января снова кукольный марафон. Премьера «Белых сказок» состоится 22 декабря. Продолжительность спектакля 40 минут. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.